записывает, но не трансляция. А куда? Знаешь, куда? Да вообще насрать. Да. Забей. Ты тоже, блядь, опять он записывает мой пароль. Да забей. Я тогда полчаса удалял. Я удалил быстро, но YouTube обрабатывал полгода, потому что я могу быть парнем. Вдруг они взломают. О, я в пиджаке. Зацени, я в пиджаке. Зацени, мне плохо. Сейчас отжиматься буду. И не буду. Это звук-то пишешь, что ли, нет? Просто... Надеюсь. А куда он должен писаться? Потом? Ну, в видео. И... Ты имеешь в виду, куда поступает? Типа, там вебка стоит, крутые. У тебя есть принтер? Он плохой, он злой. Давай на принтере биткоин печатать. Печатай. Что-то мне совсем плохо. Я не могу даже на крышу. Залезь в тачку, включи радио. Зря ты мне первому дал. Это будет очень больно. Ну просто по очереди. Подглючивает все равно, надо вообще выключить. Не, он обычно подглючивает, когда вот только первый раз выходишь на большую локацию. Но потом все равно постоянно. Видишь, дергаешься. Сейчас он привыкнет. Сейчас. Компьютер разогрелся. Это мозг привыкнет, а на видео потом так и останется. А на видео-то там YouTube тебе обработку предложит. Сглаживание или что-то типа того. Я не умею. Ну сейчас я даже как бы не чувствую ничего. Так что, наверное, пофиг. Машину говоришь, да, сесть? У меня ритмика из прошлой игры осталась, типа Injustice. Тут она другая, но... Блин, у меня почему-то вообще жизни нет, я не понимаю, почему. Стало плохо. Ты видишь, худогич несколько. Я бы съел сейчас хот-дог. Давай закажем хот-доги. Нам за 10 минут привезут хот-доги. Че, кому красный-то вообще? Звони, пусть везут хот-доги. Я за рулем не могу. Не так хреново. Так. А, вот я на Е как раз. Е или... Мы Е и Д же в прошлый раз пробовали, обе бросили, да? Х, по-моему, не пробовали. Или пробовали. Я уже не помню. Я в стрит-клуб тогда. Все поехали.
Да пусти ты меня. Какая мерзкая песня. Я не знаю, как это переключается. Месаджес. Семь штук. Уйдите вы все. Копы, 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 копы! Тихо, тихо. Тихо. Дайте мне проехать. Фу. Лечу тело. И тебя что, чмануть, я понять не могу. Блин, а. Как он далеко уехал за это время. Сейчас мы съедим хот-дог. Интересно, сколько это видео, которое пишется, занимает место в женском диске? Или как быстро оно ставит весело? Через 10 секунд так он пишет тебе, место закончилось. Если он в полном разрешении, 1980. Такое, тогда, наверное, быстро. Все, нормально. В костюме. О, Полибиус. Так, нет, вот я перед выходом. Начинать не с этого надо. Да хватит мне звонить, сколько можно. А вот Армен. 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 Армен, мать твою. Армен заебал. Да, здесь надо встать, чтобы он меня обслужил. Я вообще не понял. Не понял, не хочу никакой. Пошли, ладно. Я отказался. А где здесь можно напиться? Скажи мне, пусть. Может, тут нельзя. А? Нельзя. В смысле нельзя? Да отстань. Так, ну сколько нельзя. Нельзя. Если я так понял, приват или не приват. Че это? Не, такие вещи я буду на своих стримах показывать, ты обойдешься. Я вот могу кувшин разбить. И не могу. Как его уронить? Так, я при
привык в Зельде все кувшины разбивать. Здорово, мужик. Они меня сами останавливают, я ничего не делаю. Не, не хочу. Вот этот гейм. Последняя попытка нажраться, короче. Я просто не понимаю, значит. Да отвали. Ну вообще не видит. Так, это супер каубы игра. Тут хуже, чем две предыдущих вместе взятых. Куда идти тут надо? А сюда, видимо. Че? Кто орёт? Какой фиг? Ооо! Я другой получил халявный. А, может, тут отсюда можно подойти к самому официанту и вот сюда в подсобку. Он наймал человека, чтобы вырезал твои эти выступления на стримах. Мужик. Мужик, заебал. Мужик. Давай бухнем. Он говорит, ты сначала пиво принеси. Вон бутылки, я сам могу взять. Ты мне только счет вы. О, что творит-то? Ладно. Я понял, что эта игра сосет. Так, дальше. Ну давайте в Полибиус. Туториал, естественно, я не буду проходить. А как тут играть в это говно? Знаешь эту игру вообще? Ты же полюбишь. Собрал. Вот это лучшая часть. Фу, слава богу. Сыграешь? Думаешь? Да. Я на... А, тут уже не пишет, сколько я набрал. А кто из них я? Сколько я набрал? Да блин, опять. Думаешь еще раз, да?
Господи, сколько много. Сколько там было? 1500? Что, третий раз будешь делать? Да блин, не туда. Третий? Нет, я уже понял, что это не моя игра. Так, господи. Что с этим миром? Я на X Сейчас меня убьют. У меня жизни нет. У меня негр доебался. Блин, даже поглотить его жизнь нельзя. Чему вообще смысл этой игры? Сам ничего, что я играл. Стрик, он встал. Куда пойдет? А, опять встал. Все, уже опять играл. Не-не-не, встает, встает. Вставай, вставай. Ну капец. Мне вот сейчас только копов не хватало. Пусти. Пусти. Отпустите. Пустите. Пустите. Скажи какой-нибудь чит-код. Я приехал на месте. Push me, friend.
Так. G есть хорошо. What's up, buddy? Oh, how are you? Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah. Wayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever. We spoke about that shit already. He's in time. He's just out the priest. For real. But listen, D. Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfuckers been calling me a phony, calling me a snake, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discovered that same motherfucker, he doesn't hear these lips. Okay. So, you'll be this guy Silence? Yeah. He hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay. What does he look like? Well, Son ain't too decent in that, and he a regular looking dude, you know what I mean? And he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye, and he a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't strong in me. And he be stalling on him a little bit. I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? No, he's brown skin dude. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewel and he stay fresh between his sneak. You know what I mean? But sometimes you bad then. Look, I need more than that to go on. Jesus. Take this. Head down there. Take a photo. Send it to me. I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Понятно? Блин, как же плохо. Блин, скоро. О, хот-дог. Пойду сбегаю, хот-дог снял. Вау. Тихо. Блин, так хот-дог захотелось. Ну, сбегай. Там рядом с пивом хот-дог. Я, пожалуй, еще один съем. Я прям... Ну все, чувак. О, боже мой! Типичный ты. Настроил не свой след. Пиздец, они лютые, чувак. Мне кажется, они живут. Мне пока что нормально. А, так это миссия была? Это не миссия, это... Ну ты уже, типа, испортил миссию. Какое оружие дурацкое? Во, у меня хаммер запугивает. Это вот я так хот-дог ем. Поехали. Поехали. Сейчас миссию пройдем. Пожалуйста.
Чем меня даже комиссии не засчитали, что я ее взял? Ну ладно, ладно, все нормально. Мне кто звонит. Да, это они были. Я сейчас как в этой. Но мне кажется, они тебя быстро остановили. Как в Watch Dogs я их передал. А, ты Кирич. Ты должен сфоткать. To take a picture with your phone, you will need to access the phone. Камера. Не из машины. Не, я могу из машины подождать. Сейчас я скажу, как надо сделать. Да не положи тут. У меня новый тут. Вот так вот. Ты упор должен быть. Будет упор. Ну не заезжать же мне туда, правильно? Вот. Вот. Зум В и С. Ага. Блин, я должен что-то увидеть. Все, когда можно будет их раздавить? Там тебе сломать. Да господи, я чуть не пересрался. Думал, я слеп. Меня вообще сейчас... Ты сохранился. А? Сейчас умрёшь. Тупица. Сколько лет играет в GTA, так и не научился. Ну, мне зачли фотографию, конечно. Marlon is dead. Мне же все зачли вроде. Ну ты дурачок. Жалко, ты не очнулся с того момента, где я умер.
сейчас время перемотаем. Что-нибудь смотрим. Посмотри, куда я не смотрю. Вот этот особенно не бесит. Не мусорить. Чё мусоришь? На, начался великий гейминг. Ну ты хотя бы копов поймал. Я хотя бы погоню от копов. Поебу. Как следует. Ладно, поехали дальше. Мини картинку на себе. Чё поменяли? Ой, чё ты говорил? Да, я всё пропустил. Сколько мы заработали, кстати? Что ты задумал, Ставочек? На Д поеду. Давай на вопросик. Над записью хорошо. Запись. ОБС ведет запись до сих пор.
короче, выточить. Бля, я не продумал момент с памятью. То, что она сейчас будет 20 гигов занимать, и потом на YouTube будет грузиться полдня. Гулять пойдешь. Не, ну типа... Можно, ты конечно. Смотри хотя бы, сколько на самом деле занимает. Ну, посмотреть надо альтабность. Если альтабность, может, играя уже не запустится. Придется перезапустить. Ничего страшного, по идее. Давай. Сломалось.